So this is the time of this transition of this resurrection. Так что сейчас это время этого время воскрешения. For which you don't have to do anything outside. Для чего вы не должны делать ничего внешнего. It's only in your own body it will work. И только внутри вашего тела это будет работать. It's your right to have it. Это ваше право иметь это. And as this flower has a right to flower and give fragrance, in the same way you have right to be enlightened. Точно так же, как эти цветы имеют право цвести и благоухать, так же и вы имеете право получить это, быть просветленными. No obligation of mine. Никаких обязательств или нужно что-то делать для меня. Я просто люблю вас. Especially Russia, I really love you very much. Особенно вы, россияне, я вас люблю очень. Because you are so lovable people. Потому что вы такие любящие люди. That you respect me also as mother. Потому что вы уважаете меня как вашу мать. I love you like my children. Я люблю вас как моих детей. I don't know how to explain a mother having millions of children. Я не знаю, как это объяснить, когда мать имеет миллионы детей. But it is so. Но это так. And it is so energy giving to me as well as to you. Это настолько дает мне энергию, так же, как и вам. There is a report of love. Это просто ответ любви. I don't have to quarrel with you, argue with you, or to shout at you. It just works. Мне не нужно с вами спорить, кричать или заставлять вас. Это просто работает. You don't know this divine power. It's such a powerful thing. Вы не знаете, это божественная сила, настолько могущественная сила. How it manages things. И как она управляет всеми вещами. How it manipulates everything for your good. Как она управляет для вашего, для вашего блага всеми вещами. Everything negative drops out. Все негативное выкидывается. Anything that is aggressive disappears. Все, что агрессивное, исчезает. And your life becomes very smooth and good. И ваша жизнь становится спокойной и прекрасной. You become a satisfied soul. Вы становитесь удовлетворенным человеком. I think Russians are quite satisfied compared to other people. Я думаю, что россияне довольно-таки удовлетворенные люди по сравнению с другими людьми. Such a beautiful human being you become. Вы становитесь таким прекрасным человеческим существом, that you respect yourself. Что вы уважаете самого себя. And you respect others. И вы уважаете других. A new civilization is going to become up. И таким образом будет происходить наша цивилизация идти дальше. And is working out more in your country. И это в большей степени работает в вашей стране. Russians, people used to be frightened of them. Россияне их все боялись. Now, situation is very different. Сейчас ситуация другая. Russians are now loved by everyone. Сейчас все любят русских. Because there are so many Sahaja-йогис in Russia. Потому что так много Сахаджа-йогов в России. Who are very deep. Которые очень глубоки and mature. И зрелые. Not so many in other countries. Не так много, как в других странах меньше. They have so many anger. У них так много проблем, да. I'm very thankful. Я очень благодарна. To you and to all of you for inviting me for this conference so that I could talk to you and to people who are of science. Я очень благодарен вам, что вы пригласили меня на эту конференцию, и я могу, имею возможность говорить с вами и с этими учеными. Like a blind man whose eyes open. Как слепой человек, чьи глаза открылись. He sees everything for reality. Так, и такой человек все видит в реальности. In the same way, you see everything, all kinds of miracles as reality. И также вы видите все виды чудес как реальность. And this is going to happen to you all tonight and also later. И это все произойдет с вами сегодня вечером и также позже. Thank you very much. Спасибо вам большое. What do you like next?
Шриматаджи спрашивает, есть ли в зале желает получить реализацию. Talking is talking only. You have to have the proof of what I've said. Ну, пока что мы только говорили и говорили, а тебе нужно получить доказательства того, что я говорил. But if you have come here to criticize and use your mind in the opposite direction, it may be difficult. Но если вы пришли сюда только как ученые, и у вас ум только так настроен, то это будет немножко трудно. So tell your mind to keep quiet. Так что скажите своему уму, чтобы он вас не беспокоил. All of them have got it all. Все, говорит, уже получили это. Now, I have to make one humble request that please take out your shoes if possible. Я вам рекомендую снять ваши обувь, если это возможно. Because this Mother Earth helps us a lot. Потому что Мать Земля очень сильно нам помогает. Please put both your hands towards me like this. Протяните так ваши руки по направлению ко мне. And both the feet apart from each other. А ноги немножко раздвиньте. Just now, don't ask why. I'll tell you later on. И не спрашивайте почему, я вам скажу позже. Only have the pure desire in your mind that you should get your enlightenment. Только имейте чистое желание получить вашу реализацию. Little higher. Немножко выше. Now you can close your eyes and ask a question in your mind, not loudly. Mother, am I the spirit? Теперь вы можете закрыть глаза и спросить себя: Мать, на самом деле я дух? Спросите это. Now see if you are feeling a cool or a hot breeze-like vibrations on your fingertips. Посмотрите, чувствуете ли вы холодные или прохладные ощущения, как вибрации на ваших пальцах, кончиках. Now, raise your left hand on top of your fontanelle bone area. Поднимите вашу левую руку над родничковой косточкой. Which was the soft bone in your childhood, and bend your head. Наклоните вашу голову немножко. Don't touch with your hand. Не касайтесь. Just keep aloof. А держите немножко вне головы. And move it up and down and see for yourself if there's a cool breeze or a hot breeze-like vibration coming out of your fontanelle bone area. Подвигайте рукой вверх-вниз и почувствуйте, есть ли горячие или холодные вибрации, идущие из вашей родничковой косточки. Now, please have the left hand towards me and bend your head again and see with the right hand if there's a cool or a hot breeze-like thing is coming. То же самое правой рукой. Now, please put both the hands towards me again. Обе руки. And open your eyes.
направьте ко мне и откройте ваши глаза. Put up both your hands up. Поднимите вверх руки. And ask a question. Спросите вопрос. Any one of these three questions you ask three times. Три раза спросите. Any one. Любой из этих вопросов. Mother, Мать. Is this the cool breeze of the Holy Ghost? Правда ли, что это и есть вибрации Святого Духа? Second one. Второй. Mother, is this the all-pervading power of divine love? Мать, на самом деле это всепроникающая божественная сила? Third one is, Mother, Третий. Is this the Param Chaitanya? Ask one of them. One Правда of ли, что это Param Chaitanya? Спросите один из этих вопросов три раза в своем сердце. Голову назад откиньте. Спросите один из этих вопросов три раза. Now please take down your hands. Теперь вниз руки опустите. All those who have felt cool or hot breeze on their fingertips or on their palms or out of the fontanel bone area, please raise both your hands. Все, кто почувствовал горячий и холодный поток, пожалуйста, поднимите ваши руки. I said both your hands. Обе руки, я сказала. Yeah. I said this is what it is, Russians. Это именно то, что я говорила, это россияне. I bow to you all. Я кланяюсь вам всем. You are my own children. Вы мои собственные дети. May God bless. Да благословит вас Бог. Thank you. Спасибо. This is the time of this transition of this resurrection. Так что сейчас это время этого время воскрешения. For which you don't have to do anything outside. Для чего вы не должны делать ничего внешнего. It's only in your own body it will work. И только внутри вашего тела это будет работать. It's your right to have it. Это ваше право иметь это. And as this flower has a right to flower and give fragrance. In the same way, you have right to be enlightened. Точно так же, как эти цветы имеют право цвести и благоухать, так же и вы имеете право получить это, быть просветленными. No obligation of mine. Никаких обязательств или нужно что-то делать. I don't know how to explain a mother having millions of children. Я не знаю, как это объяснить, когда мать имеет миллионы детей. But it is so. Но это так. And it is so. Energy giving to me as well as to you. Это настолько дает мне энергию, так же как и вам. There is a report of меня. Я просто люблю вас. Especially Russia, I really love you very much. Особенно вы, россияне, вас люблю очень. Because you are so lovable people. Потому что вы такие любящие люди.
That you respect me also as mother. Потому что вы уважаете меня как вашу мать. I love you like my children. Я люблю вас как моих детей.